пил, там у тебя не было видно нигде, хотя я как бы пропал немножко. Рассказывай, как тебе медийный футбол за то время, пока ты реалити отсутствует? Слушай, ну я скажу так, я подлечил нервы, это самое главное. Вот я сейчас смотрю на ребят, как они взрываются на бровке, это, конечно, вот эти те старые эмоции прикольные, я по ним честно скучал. Вот, да кайф, кайф, что, кайф увидеть старых ребят, знакомых, кайф увидеть снова эту зарубу, и я теперь опять понимаю, что надо делать камбэк реалити, все. А то что-то слишком все подрасслабились, походу надо возвращаться. Камбэк реалити, когда нам его в теории ждать? Я думаю, что это будет, наверное, август-сентябрь. Планируем в эти даты, потому что как раз все будут заняты Кубком России, у нас будет спокойненько время подобрать игроков, возможно, новых, потому что, соответственно, ребята, которые сейчас там в грандах, там Сали, Модель, Гаучо, они возвращаться не будут, а все остальные, welcome back. То есть Мура, Грек, Джуси, вы как бы ты всех ожидаешь их, да, правильно? Конечно, это мои пиздюки. Как бы мне не было грустно их отдавать, но я их верну, и мы снова будем на вершине. Как бы, а что делать? Ну, что делать? Надо немножко было дать всем продохнуть. Вот и все. Посмотрим. Потому что сейчас все наблюдают за игроками практически в каждой медийной команде. Есть игрок реалити, и он выделяется. Вот это была проделана большая наша работа, за что спасибо огромное Араму. Потому что и без него бы не было реально. Как раз ты про Раму сказал. Арам недавно из Дубая вернулся, помогал Fight Nights. Если реалити снова совершает камбэк, он будет главным тренером? Он физически не сможет быть главным тренером. Я думаю, что Арам будет главным консультантом и, в принципе, моей правой рукой, потому что, как было желание выходить в международную арену, оно так и осталось. Вот. И все остальные наши совместные проекты с великолепным нашим букмекерским, людейской конторой, нашим партнером, они не помешают реалити, я уверен, только даже помогут.